Нам стало известно в конце 2011 года, что администрация Кировского района инициировала ряд общих собраний в многоквартирных домах, обслуживаемых компанией «Ситисервис», с целью передачи управления этих домов государственной управляющей компании «ГУПРЭП Строитель». Мы обратились в УФАС в конце февраля 2011 года за 30-дневный срок, предусмотренный законом. УФАС в силу, как мы поняли, общей загрузки не успел рассмотреть этого заявления, срок был перенесен. Мы сейчас ждем, именно пока это рассмотрение произойдет, и ждем выводов положительных в нашу сторону. Когда начала развиваться эта ситуация, основной претензией в сторону нашей управляющей компании было именно то, что якобы в администрацию Кировского района поступает очень много обращений, жалоб граждан на качество работы нашей управляющей компании. Мы, конечно, это все проверили. За первые два месяца 2012 года таких обращений нам от администрации поступило всего 19, 5 в нашу объединенную диспетчерскую службу, 14 непосредственно в наше отделение в Кировском районе. Это очень малое, небольшое количество, имея в виду, что мы обслуживаем там 79 домов за данный промежуток времени. И все-таки мы еще в декабре месяце предложили неким образом урегулировать этот конфликт, возможно, устранить некие недостатки нашей работы. Итогом именно наших переговоров стало заключение некого соглашения с администрацией Кировского района. Мы его выполнили, но, скажем так, само соглашение, поскольку оно носило такой более формальный документальный характер, оно, скажем так, и должно было выполнено быть, то есть нам это не создало никаких вопросов. Тем не менее, действия со стороны администрации, дальнейшая агитация в сторону строителя, она продолжилась.